Болезнь суставов может привести к болям и ограничению подвижности, даже к инвалидности, лишая возможности совершать простые действия. И практически во всех болезнях суставов имеет место воспалительный процесс, который формирует отеки, ускоряет разрушение сустава и вызывает питательное голодание хрящей. Для улучшения состояния можно воспользоваться простым и безотказным способом – использованием хлорида натрия, что на русском означает обычную поваренную соль. Целебный эффект солевой повязки объясняется тем, что соль может адсорбировать из раны вредную жидкость, снимать воспаление, оставляя живые ткани целостными и неповрежденными. Лечебно-оздоровительные процедуры с компрессами очень просты, но чтобы не нанести ущерб организму, надо соблюдать простые правила. Концентрация раствора должна составлять около 80%, не больше и не меньше, чтобы вместо пользы не получить вред. Именно этот раствор будет целебным, а превышение концентрации приведет к повреждению сосудов в месте наложения компресса. Раствор используется только для повязок, а ткань должна быть хлопчатобумажной, натуральной и дышащей, лен, хлопок или марля. Поверх повязки нельзя накладывать целлофан, так как влага должна натуральным образом испаряться, а повязка высыхать. Берем 3 столовые ложки соли без горки на литр дистиллированной чистой воды. Она должна быть нагретой до 50 градусов, чтобы соль хорошо растворилась. Если нужно меньшее количество воды, то соль добавляем пропорционально, смачиваем марлю и накладываем. Напоминаем, что приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.